надо правую ножку, эту левую оставляем так же, надо правую ножку закинуть в шею. И переспрашивай. Ты же видишь, что я делаю? Пробуй, молодец. Хотя бы как, можно вы сделать, можете вот так. Вы можете сделать вот так, то есть получше закиньте вот так. Молодец. Держим. Посмотрите, как он сделал. Видите, это называется по-турецки еще можно сесть. Пробуй. Хотя бы эту ножку поднеси. Спокойно, все получится. Вот. Держим спину прямо. Дима, не балуйся. Молодец. Спину прямо держим. Спину прямо. Руками. Изнутри коленочки. Руки заведите. Грудь вперед. Изнутри коленочки. Теперь задача, как бы вы разводите колени. Тянете сустав. Тянем, спину прямо. Ручки прямо распрямляйте, ручки прямо, вы тянете, да, спинку не назад, поклоняйтесь. Вперед. Молодец, настоящие йоги, да, мастера. Здесь. Ручки, да. Тянем вперед, грудь вперед, спинку. Тянем, ручки раскрыли, да. И теперь через выдох делаем наклон вперед, тянем ручки вперед. Через выдох. Вперед тянемся, на меня не смотрим. Вперед тянемся в центр. Сделали раз. Молодцы. Прямо. Теперь ножку спокойненько. Спокойненько разводим. Отдыхаем. Несколько секунд. И ступеньку перед собой замкнули. Бабочка, да, или бабочка. Бабочка, или ровно. Опять. Спину прямо. Да. Ручками вниз. За носки. Опять не за тканевый продукт, а за носки, за пальчики. За носки. Потом можно вот так вот взяться. Так, да, держимся. Опять грудь вперед, лопатки сведи, со спины лопатки сведи, ноги ниже, колено. Да, спину прямо. Сделаем глубокий вдох, задержали дыхание. Делаем глубокий выдох через губы в губишку. Как будто шарик надуваете. Опять делаем глубокий вдох, еще больше грудь вперед. Еще больше разводим плечи. Теперь в этот момент голову поднимаем вверх и затылком стараемся коснуться лопаток и спины. Это на задержке. А теперь наклоняем подбородок вперед и делаем выдох. Коля, идем, сейчас другая нога. Спинку округлили. И в этом положении тянемся вперед. Тянемся вперед. Тянемся все вперед. Кого я достану, кого я могу вытянуть. Тянись. Давай, еще. Тянемся вперед, пальчики. Помогаем сам справиться. Давай, у тебя получается, делаем. Тянемся вперед. Я все вижу. Тянемся вперед. Молодцы, умницы. Спинку прямо. Спокойно. Чуть-чуть отдохнули, посидели. Теперь сделали такое положение. Крестик называется. Допустим, если у меня левая ножка впереди, да, коснулись. Раз. Вот такое положение. Прокрутились за ногу, которая... Нет, которая у нас за спиной. Прокрутились. Посмотрели туда. Что там происходит? Посмотрели. Хорошо, теперь поменяли ножки. Прокрутились в другую сторону. Чего вы раздеваетесь? Как всегда, да, бывает? Начинается физические упражнения сразу. Прокрутились. Молодцы, умница. А теперь смотрите, у меня правая ножка лежит на бедре. Я левую ногу ставлю за правую ногу, за бедро. Да. Наоборот. Вот эту ножку левую ставь за бедро. Вот эту ножку. Молодец. Правую ножку я, смотрите, положил. Правую ножку. А левую ставьте вот сюда. Молодец. Ставь на ступню. Помоги под ножку, притяни его. Сейчас все ждем.
Кто умеет, тот сказал, кто не умеет, тут и надо. Красавчик, все, молодцы. Да, держим спину прямо. Смотрите, это очень хорошее упражнение для спинку попадания, что сейчас надо вот у нас какая смотрит колено вверх. Кому какая? Левая у всех. У всех левые, да? Правую руку. И у всех сделай так, чтобы левые смотрели. Меняй. Молодцы. Правую ручку я делаю за. Правую ручку туда. Да. За бедро. Да. И теперь смотрим, протягиваем себя. Можно вот так сделать ручку корчик, а можно раскрыть и зацепиться за колено туда. Протягиваем. Нет, в другую сторону, другой рукой. Да, молодец. Да. Тянем. Тима, тебя надо смотреть. Молодец. Если вы хотите отдельно. А теперь смотрите, какое интересное мы делаем действие. Мне надо сейчас в этом же положении оказаться и другой, с другими ногами. Я делаю раз и два. Теперь сейчас по очереди его уравнивать. Получилось. Практически получилось. Да. Ну, если не очень получилось, вы можете сами поправить. Молодец. Практически. Молодцы. И теперь замечательно. Здесь только чуть потише, потому что тяжело слышать. Все тоже музон, а потише прям. Молодцы. Благодарю, тебя всех благодарю. Вот классика, настоящий классик. И теперь левой ручки за правую ножку. Эй, как черепаха. Вот это ниндзя. Молодец. Теперь смотришь, так спинку прямо, потому что позвоночник может устануться. То есть не переживай. Тебе надо ножку тянуть вон, туда, на тело, посмотреть вот сюда. Не заваливаться. А опорно посмотри, какое положение. Старайтесь сохранить положение прямо. Положение тела. Нет, другую сторону. Другую сторону. Меняйте. Ручку другую. Да. Эту коленочку выше. Да. Коленочку выше. Да. Вот тяните, протяните себя. Протянули. Есть контакт. Сделали? Хорошо. Теперь ножки опять по-турецки положили. По-турецки. Или по-казачьи еще бывает. Да. Или как у дома прилетели. Раз. Сел. Что там? 500 каналов, что это показывает, нам надо подождать, да, мы посмотрим. Делали, теперь самое последнее, ну не по значимости, а по выполнению. Сейчас, потому что физуха. Вы будете рады, что вы сейчас время тратите на гимнастику, потому что там очень быстро заканчивается энергия. А здесь наоборот наслаждаетесь. Смотрите, какая штука. Из этого положения надо сейчас опять протянуться вперед. И надо вывести вот так вот на коленочки нам встать. То есть спокойно. Да, молодцы. Да, на коленочки, не на живот, да, на коленочки. Спинку надо как кошки, куда вы как кошки. Но вы стоите на коленках, ступни на пол не кладете. Как кошечка, протянулись. Опять же, стоите на коленях, ступни на пол не кладете. Теперь спинку выгните вверх. На колени. Вы сейчас обратите внимание, когда вы стоите на коленях, у вас бедра напряжены. Если вы ступни не покладете на пол, у вас будут напряжены бедра. Вот здесь напрягается. Выше ножки, правда, поднимайте ступни, да. И теперь спинку протяните. Из этого положения мы кладем ступни, пальчики на пол. Из этого положения встаем. Раз. Артем. Все, здесь раз наши закончили. Сейчас еще минут 10-15. Давай тогда и тоже остановимся. Сейчас мы сделаем. Хотя бы последний пятый. Нет. Блин. Хотя бы пальцы, давай. Последний раз, пожалуйста. Ребята, аккуратно. Да, не ломайте ничего. Так, все умеет, ну чуть-чуть поближе встаньте, чуть-чуть, чтобы удобно было. Смотрите, показываю. В принципе, здесь, да.
Возле стекол старайтесь не держаться, потому что оттуда их поддувает, и чтобы нечаянно ничего не сделать. Смотрите, я держу сейчас левую рукой. Да. Задача. Правую ножку я в коленочку поднял. Правой рукой я держусь под пяточку изнутри. Нет. Практически вот так, изнутри. Да, взялись под пяточку. И поднимаем ножку вверх. Ножку выпрямили. Еще раз секунду внимания. Левой рукой я держусь, правую ножку поднял. Правой рукой изнутри. Изнутри, так взялся. Молодцы. Подняли вверх. Или хотя бы так, как получается. Держим. Красавчик. Молодцы, красавицы. Димки, держим. Держим. Держим, трудно, я верю, трудно. Держим, никто не падает. Я сейчас помогу, подойду. Умница, хорошо. А всем, кто далеко не отбегает, поближе все написать. Давай, ножку поднял. Ручка взялся здесь. Спокойненько натянул. Еще вытягивай. Держи. Ножку опорную. Если не получается, а зачем ты расстреливаешь? Вот так хотел сделать. Вот так. Надо просто продержать. Да, молодец. Держим. Дима. Поехали, держи. Красавчик, держи. Опорную ножку прямо. Держи. Данил, я знаю, парень, я верю. Держим. Поменяли ручки, ножки. Повернулись сюда. Опять же, левую ножку подняли. Левой ручкой изнутри. Это труднее, чем снаружи браться. Потом объясню, для чего. И подняли. Держи. Изнутри это отсюда сделать. Изнутри. Ручки. Не снаружи, как ты? Да. Подняли. Я знаю, трудно, но куда деваться. Это говорит о том, что вы дома растяжки не делаете. Не все. Держим. Опять. Повернулись на левую сторону. Теперь наша задача. Надо ногу правую закинуть на локоть правой руки. Вот так. Да, закинули. Поднимаем больше коленочку, не тянем. Да, держим спинку прямо. Терпимо? Свело? Все, уже идет. Держим. Спинку прямо. Опорная нога, видите, она прямо. Держим. У вас руки укрепляются, вы свои ноги держите. Держим. Опорную ногу прямо. Держим. Опорную ножку прямо. Держим. От скрипки как весело, да, держать? А теперь смотрите, стараемся сделать такое действие. Она даже на локте находится. Я теперь чуть-чуть ножку вывел и поднимаю ее. Как получается, и опустил. Молодец. Хотя бы поднимайте вверх, просто попробуйте. Разочек сделал. Поменяли стоечку правую руку. Левую ручку подготовили на локте. Теперь ногу закидываем на руку. Сделали, держим. Держим. Теперь поднимаем ножку левую. Держим. Молодцы, опустили. И теперь последний. Встали спиной к стене. Ручки чуть-чуть прикоснулись. Надо ножку к нам сделать, коленочку подняли. Сейчас чисто для баланса рукой, да, держимся? Для баланса. Отпускаем руку от стены. Держимся на одной ноге. И тянем двумя руками ножку к себе. Держим. Если получается, облокотились на стеночку. Если не получается баланс, надо колено как можно выше поднять. Как можно выше поднять колено, чтобы они встали. На стенку облокотись аккуратненько. Понятно. Пробуй. Держи выше. Как рука? Вы же помните, когда сами сделаете. Вы же коленку поднимаете к себе. А как вы сделаете сальто хорошо и красиво, если вы не можете колено поднять? Держи. Держи. Выше колено. Выше.
еще выше, плечу прям коснись. Прям плечу на двоих. Данила, сходи, не заваривай. Дима, молодец, будь примером. Прямо. Давайте плечи. Поменяли ножки. Поменяли ножки. Левую. Подняли. Держим. Держим, держим. Сейчас поменяем. Сейчас другая. Сейчас вы пойдете сюда. Я тоже с вами пойду. Держим. 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 Держим, держим, держим. Держим. Молодцы, опустили. Так, а у нас там что, грузи освободились? Мы все. Все? А, смена. Да? Пойдемте на брусья. На брусья. Будут еще сейчас элемент времени. Не переживайте, конечно. Пойдемте на брусья. Сергей, я Колю возьму. Да, 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 да. А он же с тобой был. Нет. Да. А, да, конечно. Оставлю. Будут, конечно, после этого будем попробовать. Где? Сашку, Сашку. Сашку, да. Сюда? 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 Вот смотрите, одна группа ручка перешла, да? Другая группа. Взялась ножками сюда. Да. Ножки туда дальше. Я не на тайну. Да. Погоди, стой, 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 стой. Я не знаю, я половину сюда забрался. Дима, ты ко мне. Да, хорошо. А что ты ко мне? Поднимите руку, попробуем на Диму. Да, я знаю, что ты Диму на Коль, давай. Что? Не буду
просто стоять рядом. Что делаешь? Не, ну не туда там шпёрнут. Давай. Я, кстати, тоже встань. Да? Ну, прям почти всё. Я сказал, поставь. В конце дерева. Ты куда? Вот ты сюда. Два человека висит. Давай. Виси. Давай. Там уже ничего, давай. Держи. 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 Держи
купились по перекладине. Ну, смотри, я тебе скажу. Давай. Ручку положи. А, нет, сейчас сам скажи. Стоп. Дима, где же Дима? Разве это сказал? Опа, давай. Дима. Как вот он видит, что вас мать везет, да? Два ваш гений. Да, все. Как вы видите, что пришел? Да, любой, сюда подключил. Ваш гений делает, понял? Вы делаете давай. Раз. Держим. Два. Да, держим. Рыбку. Отпускай. А что так рано? Руслан, держим. Я ж тебе. Брат, я только что заниматься из того, чтобы... Коля, ой, Дима, я тебе же говорил, вверх отпускай. Смотри, как девчата. Вот здесь. Смотрите, как ребята выполняют элемент, вот учитесь. Вы должны смотреть, а ребята не зашли. Здесь колеса, да, смотрите. Просто? Брат, скажу. Коля, внимание, сконцентрируйтесь. Я буду родителям. Стали на пол. Ты нашел? Ты за 40 рублей? Смотри, чем мы занимаемся. Стали на пол. Приготовились. Особенное положение. Особенное положение. Вам надо сейчас при плечи вот как тайми. Потянуться сюда. Сейчас. Руслан, спокойная музыка, давай. Классическая. Так, вы были спокойны. Ребята, это я, короче, больше времени трачу на вас, на объяснение. Контролируйте. Классика вещь. А? Во, все, сейчас делаю. Поехали. Держи, локоти положили. У того, и теперь с прыжочка поднимаем ноги, колечки согнули. И раз. Идем. Ложки. Коля. Держим. Дима. У тебя что, там шило в коте? Сидим. Согласен. Хорошо. Понятно. Чуть-чуть подальше. Отошли, протянули плечики. Два. Колени прижимай под себя. Прижимай. Вот. Еще один подход. Колени подходишь. Сверху локотка. Сюда смотри. А вот ну как бы, да, сверху. Ноги больше сюда. Плечи, да, вот с этой стороны. Сюда. И руки отпускай. Не мешай, смотри, можно замочить, замочить. Изнутри. Изнутри. Пока не пока усваивается информация с тобой. Не понял. Только хочу. Петр, не следи за кем-то. Если получить, что такое. За пока отвернулся, сразу переставить дело. Пальцы. Пальцы. Мужской охват, нижней девочки. Да. Таким же макаром поднимаемся. Два. И раз. О, понял? Ой, Коля. Нет, стоп. Третий раз. Идем. Тяжело. Подсказка. Пальцы. Закрываешь центром. Да. Подбородочек упираемся. Давай. Раз. Сейчас, секундочку. Два. У кого получилось? Да, хорошо, ладно. Прямо лучше, чем прямым хватом взялись узким. Узким прямым. Давай, вот так опять. Взялись прямым. Ну это... Давай, каждый пальчик от себя. Пальчики не на себя, пальчики от себя. Взялись еще. Таким же маками. Сначала присели вниз. Я просто 7.30 ухожу. Просто, если у вас получается присесть, то колени, правда, получилось. А теперь смотрите, ножки вывели вперед. Ну, только делаешь, как у вас боишься. Уголочек, поднимаем ножки. У нас я думаю, может, это, видеоуроки здесь. Поднимаем уголок и раз. Слышь, Антеш? Может, видеоуроки здесь как-то? Держи. Как вот такое делать? Ага. Держи, ножки прямо. Давайте, значит, без слез. Пока я сейчас без слез сделаю, перестанем. Два. Два. Опустили ножки. Еще раз. Еще раз. Носочки под себя. Носочки под себя. Ручки вместе. Пальчики касаются. Ручки вместе. Руки вместе. Ручки. Вот сюда. Молодцы. Приготовились. Кому да, вот иди сюда. Кому мазать, да, я не могу. Смотрите, как их хорошо.
Если брать мамут, то и не 5 рублей не хватит. Быстрее, ребят, Ножки вперед. Носочки под себя. А если знаете, ты не мог это. Уголочки подняли, начать выполнение. Раз. Чего? Держи его. Не понял. Я тоже. Два. Три. Ты что так рано? Так садись. Я удержу, что не держу, он убегал. Буду держать. Опусти. Так, тебя не держу. Зачем? Как? Оля. Если не ногу получается. Ну нет, так мы можем делать по-разному. Один уже вышел, так что мало не упрямляем. Больше воздействия идет на больше акцент. Смотри, ты умеешь делать так деньги? А вот кто-то из ребят не умеет его делать. Значит, ты должен вот сейчас сидеть, расскажи, кому нужно сидеть. Вот Саша не умеет делать. Скажи, как умеешь. Вы тут ну, пальчик не умеет, уже что-то ему подсказывает. Еще 5-10 минут и пойдешь. А? Почему? Объясни, как ты умеешь. Все, тебя поймет. Пальчики на себя. Пальчики на себя. Сверху. Так, чтобы не делать не сверху. Полочку лучше делать. Да. Таким же макаром все плохо. Но сейчас нам надо будет не просто висеть, а нам надо сделать уголок. Рука 90 градусов. И тело можно 90 градусов. Получается вот это действие. Допустим, если туда меня не хватает просто, я сначала пойму. Нет, я еще сильнее расскажу. Ножки вытяну. Поехали. Сильнее. Раз. Поднимайся. Вот так. Смотри. Смотри. Давай ногу переложим. Решайте. Скачиваешься? Нет. Наоборот, она отвернулась. Чтобы не мешать. Она выпрямила. Она на цель не мешает. Тебе надо вилку сюда вписывать. Я же сделал на высоком уровне. А что, опять не надо? Держи, поехали. Я на домой. Прямо, прямо ножки делают. Носочки от себя натянули. Сейчас попробую это. Просто в половину виси. Да. Давай. Еще раз. Немножко съезжаешь, вот на уровне колен. И резко делаешь движение туда. Перекладина касается колен и стреляет.
Не галдите, ребята. Ребят, замолчали. Кто был со мной, сюда подходим, кто здесь был. Парень, сюда подходим, кто был здесь. Кто там был, занимался. Сюда подходим.